Давно, когда даже еще царей не было, и дедушка моего прадедушки еще в люльке не качался. В городе Муроме правил князь Павел и княгиня Мария, а у Павла был младший брат Петр. Очень веселый такой княжич, любил на конях поскакать. И друзья у него были такие же веселые, любили с Петром в догонялки поиграть. Девчонками пошалить любили. А девчонки не всегда их шутки понимали и обливали их водой. А Павел занимался всякими такими делами государственными. Торговал, покупал там всякое. И домой приходил очень поздно. А его жена Мария все время ждала его, ждала. А он все на работе да на работе. И вот однажды в этих краях появился змей. Враг рода человеческого. И этот змей летел, летел и думал, какое такое зло сделать этим всем людишкам. И вот когда Мария вышла погрустить у окна, змей увидел ее одиночество. И ему это очень понравилось. И у него даже лапы от гадости зачесались. Змей тихо вполз к Марии в терем и превратился как бы в ее мужа Павла, чтобы она сразу не догадалась. А Мария так соскучилась, что ничего не заметила. Змей дал ей яблоко, отравленное его хитростью. Мария откусила и сразу упала, без памяти в объятия змея. Яблоко выпало из рук Марии и покатилось прямо к ногам настоящего Павла. Павел сразу понял, что беда с Марией, потому что она обычно все яблоко съедала. Настоящий Павел как вбежал в палаты, как даст змею огрызком по голове. А змей ему: «Меня яблоком не убьешь! Я тебя и всю твою семью погублю!» Змей переломал весь Муром и стал жить там. И всем наконец-то стало жутко плохо. Павел, конечно, очень расстроился. Но тут прибежал его брат, Петр. И он стал думать, как за брата заступиться. И тогда сказал: «Вот, брат, пойду по белу свету. Кто-нибудь обязательно знает, как змея извести». Шел Петр по дороге, шел, и вдруг перед ним ангел. И ангел сказал ему по секрету, чтобы никто не знал, что змея можно одолеть агриковым мечом. И ангел привел Петра в храм и вложил ему в руки меч агриков. Петр как взял меч, как взмахнул им, так сразу стал воином. Пошел побеждать змея. А змей вовсю веселился в Муроме. Петр как ворвался в палаты, как стал рубить поганого змея за обиду брата. Срубил ему все. И голову тоже. А змей без головы жить не мог. И от этого умер. Но обрызгал Петра своей заразной кровью. Петр заболел от крови змея и весь покрылся язвами. Павел с Марией за врачами со всего света послали. Те ему и язык, и горло смотрели. Но не смогли вылечить. Вот так. И только один там врач вспомнил, что в Рязанской земле, в деревне Ласково, живет Феврония. Она может вылечить. И они поехали к Февронии лечиться, а по дороге встретили зайца, но не обратили на него внимания. Петру совсем стало плохо, когда ехали до Ласково. А заяц прибежал и все рассказал Февронии. Петр слуге сказал: «Иди, обещай Февронии чего угодно, пусть только вылечит». Слуга пришел к Февронии и говорит: «Сможешь князя нашего вылечить, получишь дорогие подарки». А Феврония слуге в ответ:
сама с князем поговорю. Подошла к Петру и спросила: если вылечу, замуж возьмешь? Лечи, говорит, вылечишь, женюсь. Феврония лекарство из всяких трав сделала, дунула на него, пошептала добрые слова и сказала, чтобы в бане лекарством помазали болячки Петра, и он станет здоровым. Взял Петр лекарство и стал им лечиться. А Феврония начала к свадьбе готовиться. Петр все болячки смазал и вылечился, а одну болячку возле сердца не заметил. И он тут же забыл про обещание жениться и уехал. А Феврония услышала стук двери, думала, Петр пришел, а он уже уехал, только сундуки с подарками оставил. Феврония очень огорчилась и велела эти сундуки людям отдать. Заяц так и сделал. Петр ехал домой и радовался, что не женился. Из чего захотела, из грязи да в князи. И как только это сказали, так у Петра опять язвы по всему телу пошли. Друзья перепугались, подбежали к Петру. А он им: обманул я Февронию, вот и наказан за это. Везите к ней, если простит и вылечит, женюсь навсегда. Ну вот, друзья принесли Петра в дом. А Феврония им строго: идите во двор, я сама его лечить буду. А Феврония на лекарство снова чудесно подула. И от этого все змеиные болячки отвалились. Петр стал совсем здоровым. А ангелы их с Февронией тут же повенчали. Так Феврония стала княгиней. И она подарила всем чудо на свою свадьбу. А в Муроме свадьбу начали праздновать вместе с братом Павлом. Зверь в княжьих палатах, да еще и с этой крестьянкой. Фу! Но никто тогда этого не заметил, и все продолжали веселиться. Ангелы на небесах тоже радовались свадьбе. Потом заметили, что земное время князя Павла кончилось. И тогда они спустились и забрали его к себе на небо. А Мария этим очень расстроилась и ушла в траур. Ну и по законам того времени Муромом стал править младший брат, князь Петр. Феврония в дела государственные не вмешивалась, но Петр принимал всякие решения только после совета с ней. Вот и решили они вместе часовню в память о брате Павле построить. А бояре были страшно недовольны, что Петр с женой советуется. Но когда стол в палатах накрывали к обеду, у бояр слюнки текли, любят даром поесть. Феврония всех к обеду пригласила, хлеб на стол подала. А бояре как стали все со стола руками хватать. Вообще вели себя как попало. Поели, встали и без спасибо ушли. Только крошки на столе остались. Феврония все крошечки собрала. А бояре это видели и сказали: как была нищей крестьянкой, так и осталась. Феврония крошки превратила в хлеб. А боярыни вслед им дразнились. И боярыни стали драть своих мужей за бороды. Не хотим, говорят, чтобы нами крестьянка правила. Бояре прибежали к Петру и кричать стали: если хочешь быть нашим князем, возьми другую жену. А Петр им: скажите ей это сами. Бояре к Февронии сундуки притащили и говорят: бери сколько хочешь и уходи во свояси. Так и быть, уйду. Но и вы отдайте мне то, что попрошу. Бери, говорят, что хочешь. Ничего мне не надо от вас, кроме мужа моего Петра. Петр оставил свое княжество и богатство, а Февронию взял за руку и сказал, что их никто и никогда не разлучит. А бояре, как увидели пустой трон,
так и бросились на перегонки княжеское место занимать. Стали друг друга лупить, и жены их друг друга все наряды изорвали. Этому под их, а он ему по кумполу бах-бум! А в лодке, в которой Петр и Феврония плыли, был человек с женой. Тот человек стал с княгиней заигрывать. Феврония поняла, какие такие у него мыслишки. Подозвала его и говорит: «Зачерпни воды с этого борта». Княгиня велела ему выпить эту воду. А теперь сказала: «Зачерпни воды с того борта». И опять княгиня велела ему выпить той воды. Одинакова ли вода или какая-то слаще? Все одна вода, госпожа. Вот и мы как вода. Зачем же ты, забыв о своей жене, мечтаешь о чужой? Они недолго потом плыли и причалили к берегу. Петр вдруг загрустил, потому что вспомнил, что без княжества остался. Да и без ужина тоже. Но Феврония его успокоила. «Не волнуйся, — говорит, — Бог лучше знает, кому дать чего, а у кого отобрать. Ложись-ка спать, а утром, о чем грустил, к тебе вернется». Так и случилось. Утром бояре к ним приковыляли и завопили в голос: «Прости, князь, прости нас! Все, кто хотел царствовать, поубивали друг друга. А мы умоляем всем народом вернуться в Муром вместе с княгиней Февронией и править нами». Петр и Феврония простили их и вернулись в Муром. Правили Муромом не гневом и яростью, а любовью и добротой. Голодных кормили, бедных одевали, больных исцеляли. И они всю жизнь любили друг друга, никогда не расставались. А когда состарились, стали монахами и упросили Бога дать им умереть в один день. Почувствовал Петр, что умирает. Стал весточки посылать Февронии и просил ее поторопиться. А она покров вышивала для их небесного пути. И когда время пришло, ангелы забрали их в один день. Но даже смерть их не разлучила. И они до сих пор на небесах вместе. Поэтому они стали святыми, покровителями брака.